Кажется, в моем аккаунте рождается новая рубрика. Я делаю легкий редизайн сайта и аргументирую свое решение. Сегодня у нас фитнес-центр. Это простой дизайн в стиле 2010 года. К сожалению, такой дизайн не зацепит целевую аудиторию. А какая же целевая аудитория фитнес-центров? Исследование РБК 2019 года выявило, что в российских фитнес-клубах одинаковое соотношение мужчин и женщин. Большая часть посетителей – это люди старше 25 и моложе 44 лет. Основная часть клиентов – люди со средним достатком и выше. Я изучила исследование чуть подробнее и поняла, что в равной степени представлены гедонисты и эстеты, в меньшей – независимые и консерваторы. Ну а теперь к дизайну. В хедере много свободного пространства, поэтому размещаем важные пункты меню. Пользователи не всегда распознают скрытое меню гамбургера. Место еще осталось, поэтому добавляем телефон для быстрой связи. Заголовок. Делаем его более простым и понятным, без лишних слов и воды. Добавляем на первый экран адрес, так как расположение зала важно для клиентов. Широкий выбор клубных карт. Ну, это ни о чем нам не говорит. Меняем на конкретное предложение. На изображении стоит совместить спортивных людей и сам зал, поэтому лучше поставить подобную фотографию. Я ее сгенерировала в Midjourney. Но теперь дизайн. Сейчас в тренде карточный дизайн. Это простое и понятное решение, которое зайдет гедонистам и будет понятно для консерваторов. Но еще вот такой вариант родился под конец.